Там зараз вже підійшли. Да, лесочек хороший. Все-таки. Привет, грибнички, как у вас дела? У нас сегодня воскресенье, мы решили отправиться в лес. Вот Саша пошел, проверил, есть ли там грибы на наших местах, посмотрим. Вроде ничего нету. Сейчас пройдемся в этом участке тоже. Сегодня воскресенье, хорошая погодка, дожди прошли. И будем сейчас гулять, смотреть, что у нас тут. В какую сторону? Прямо. Так что обязательно покажу, если что-то будет хорошее, интересное. Так, у нас такая зеленая травка. Клевер цветет. Собирайте травы, ребята, тоже. Пока есть. Ягодки тоже. О, темно уже. Уже темно. Так, переключаемся. О, ребята, первый гриб у нас. Обалдеть. Ой, сейчас я сюда. Немножко темно. Это у нас сыроежка. И слизни жрут. О, жиробас. Какой. Так, мы тебя оставим туда на травке. А вот это мы сорвем. О, ой, еще один. Так, а ну, друзья. О, смотрите, какая красивая сыроежечка. Вау. Это означает, что грибочки есть, есть грибы. Ура, первый гриб сыроежка, ребятки. Вообще, крутяк. Что, есть черви? Ну, вроде нема. Да? Особо таких великих. Класс. Поздравьте нас, у нас уже первый гриб есть. Может, повезет еще. Ой, что в лесу так темно. Просто. Первые грибочки пошли. Класс. Ну, надо уже хорошо осматриваться. Не спешить. Если немного будет, то хоть на соус. Смотрите, какая-то норка. Кто-то здесь живет. Какие оранжевые слизни. Жители леса. Хорошо, что нет дождя. То было бы неудобно снимать. Так что идем дальше. Будут еще находки, покажу вам обязательно. Аккуратно, левый. Так. Значит, еще одна находка. А, блин, как а обидно. Вот о, белый! Ребята, белый грибочек. Вот и первая волна у нас пошла. Вау! Ага. Вот, первая волна. Смотри, этот уже жрет. Ребятки. Первые грибочки белые. Ай-яй-яй, вот это. Вот это у нас находочка. Вот это у нас находка. Офигеть. Да? Первая волна. Собираем. Офигеть. Классно, что мы нашли. Давай еще тут тоже рядом посмотрю. Вдруг что будет еще. Угу. Считай, что на следующей неделе уже можно идти собирать, думаю, вырастут. Вау, просто капец. Белые грибы уже пошли. Аж не верится реально.
Надо, лучше надо не спешить, а смотреть хорошо. Вот такие дела. Так что я вдвойне сегодня очень рада. Вдвойне рада, можно так сказать. Очень рада, что приехали в лес все-таки на разведку. Поняли, что грибочки начинают идти. Так что будем собирать, будем искать. Это первая волна выходит, что, думаю, на следующей неделе должно быть побольше. Главное, чтобы дождик не прекращал идти. Ой, ребятки, так что так. Сашок там собирает. Уже собрал там, ищет. Если что-то будет еще, обязательно вам покажу. Иду искать. Так, я что-то тут нашла. Наверное, вот это сыроежка, думаю. Да, ребятки, маленькая сыроежечка. Смотрите, какая красивая малышня. Сыроежки уже пошли, видимо. Ну, только одна вот нашлась. Сыроежечка. Сейчас будем искать дальше. Так, тут у нас находочка. Ага. Аккуратно начали. Да. Вот. Если Макс тут там. Шляпку ага. Тики лишил. Рабовичок у нас. Вот. Находочка, ага. Классно. Отлично. Это все с краю леса. Вот мы идем. Находим. Ну, слизни тут работают быстро. Вышел гриб. Да, тоже что-то есть. Что-то есть, у нас такие грибочки. Белые грибочки? Нет. О, смотри, белый. Вот он. Тоже? Да. Ага. Малышня. А этот уже все. Слушай, ножку уже съели. Комары капец просто. Вот беленький, маленький. Еще есть червака. Да? Это тоже, наверное. Ну, какие. Там рядом еще один маленький. А, это слизь. Да, 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 да. Или собачу вроде еще. Слизни шастают повсюду. Надо смотреть хорошо. Не знаю. Ну, пока маленькие грибочки. Это только начало. Да, сыроежка? Не, он что, горький, ну. Знаешь, да не. Все с этими, да? Ай, ладно. С червями все. Сожрали его. Так что так, ребят. Ой, смотрим, ищем первые грибы. Выходит, что мы первые пришли сюда. За это время, потому что мы не видели больше грибников как такового. Все думают, рано. Мы посмотрели. На прошлой неделе тоже были, но ничего не было. Это дожди у нас прошлись хорошо. Вот и проснулась грибница. Гриб проснулся под землей. Короче, вышли мы из этого участка. Сейчас идем сюда. Саша пошел вот так посмотреть, что там интересного. Тут у нас идут как рядочки, вот такие, раз рядочек, второй ряд. Мы туда ходим. И грибов бывает много, реально много бывает. У нас только начали грибочки.
Посмотрим, может, что будет. А это что у нас? Какой-то трутовик. Кстати, трутовик лакированный. Я собирала. Ну, молодой, конечно, он резался ножиком. Хорошо. Сушила. И чай заваривать очень хорошо помогает организму. И очень полезный. О, солнце вышло. Молодец. Так что, ребята, найдем какой-то грибочек, обязательно вам покажем. Сейчас пройдемся по этим рядам, глянем. Так-с. У нас тут находочки какие-то есть. О, это гробовик. Ой, смотрите. Но его уже, он старый уже. Гробовичок. Старенький гробовик. Вот такой. Да. Ну, пока молодых нет. Что нашел? Не, старый. Да? Угу. Там уже его жрет этот. Слизни. Слизни жрут. Так, а я иду туда. Посмотрим, что там. Такое болото. Сюда приходят кабаны, косули попить водички. К этому болотцу. О, как дятел, наверное, поточил. А? А. Саша говорит, вряд ли что-то тут будет. Наверное, перейдем сейчас в другой участок. Ну, комары тут просто капец. Гигантские какие-то. Лошадиные комары. Целые стаи шастают. Так, ну что, будем выходить, наверное, с этого участка. Посмотрим в другой. Там ежовики желтые тоже попадались нам. Идем туда, посмотрим, что там будет интересного. Так, ребята. Что-то у нас уже второй раз вот такой грибочек. Гробовик, но он же старый. Ой, ничего, что делать? Продолжаем искать. Старичок, да, уже. Все. Пепка ему. Ищем дальше. Что у нас тут хорошего? У комаров, капец, у нас находка одна. А ну, давай. Давай, смотрим. Ух ты, ну живо. Угрызанный. Да. А ну, показывай на свет. Угу. Хороший грибочек, маленький. Что так, ребята, только начинают только. Неожиданная находка, да? В этом участке. То шли-шли, ничего нет. Нашли только один. Так что приедем еще через недельку. Или две, посмотрим. Главное, чтобы дождик шел. И снова наведаемся в лес. Посмотрим. Будут грибы или не будут. Так, а мы продолжаем. Если найдем, покажем. Пока.
так, не густо. Не знаю, что это за грибочки такие. Смотрите, тут, тут тоже маленькие такие. Ну, мы такие собирали. Правда, не помню, как называются. Они, наверное, маховики. Некоторые скажут, что это польские. Не знаю, вдруг это польские. Я особо не разбираюсь именно в польских. Блин, камашня такая. Ну, как я видела, очень похоже на польские грибочки. Что, выходим мы уже из леса. Друзья, нашли чуть-чуть грибов. Сейчас я подойду к Сашку, покажу вам наш маленький улов. Мы этому очень рады, потому что мы первые нашли. Первые нашли первые грибы, можно так сказать. Сейчас я покажу вам наш сбор грибочков. Какой получился. Так, вот. Сколько? Чуть-чуть так. Сыроежки. Беленькие тоже порадовали. Грабовичок. Грабовик-то есть такой гриб. Так что. Так, немножко. Но очень рады. Так что так. Еще, наверное, прогуляемся вот тут в ту сторону. И домой уже. Так что, ребятки. Если вам понравилось видео, ставим лайки, подписочку, потому что мы будем ходить уже за грибочками, смотреть, будут, не будут. Так что, ребята, всем до скорой встречи, всем пока-пока.